Так, ребят, всех приветствую на прохождении Frozen Heim. Как говорится, третья часть. Всем здрасте, всем ку, всем приятного. И поехали. Так, у нас с вами есть маленькая такая проблемка. То, что нам нужно защитить деревню. Но мы этого не можем сделать, потому что когда мы начинаем расстраиваться, строить город, на нас начинают набеги. Причем массированные. И я не успеваю делать своих воинов. И нашу деревню сжигают. Ну, сейчас я покажу, в чем проблемка. И нам нужно с этим будет как-то разобраться сегодня. Только как, я без понятия. Давайте отыщем наших четырех воинов. Так, давайте, наверное, чуть-чуть ускорим, чтобы это быстрее было. Чтобы не сильно долго ждать пришлось. Так, что это у нас такое? Нейтралитет. Агрессия. Во, все. Так, бонжур. Так, есть. Хорошо. Так, а у вас тоже агрессия? Да, и у вас агрессия. Во, все, вы нашли всех четверых? Не нашли четверых. Где-то еще тут, значит, они стоят, да? Давайте смотреть. Так вот, нужно будет что-то придумать, чтобы можно было сразу... Погоди, где еще четвертые? Где четвертые еще тут? Нужно что-то думать, чтобы на нас сразу не нападали и не сжигали наше поселение. Потому что когда мы теряем ХП, а мы его теряем в любом случае... Ага, тут скала, понял. Так, а где наш еще? Еще одни челики наши, где? Три из четырех только нашли. А, вот, все, нормально. 4 из 4. Хорошо. Отлично. Так, идем в поселение. Давай, идем вот сюда. И я сейчас как раз вам покажу, в чем проблемка. Мы там с вами на паузу поставим. Давай немножко ускорим. Поставим на паузу и расскажу и покажу. Мало ли кто-то будет играть, чтобы сразу понимал, с чем вы можете столкнуться. Все, минус волки. Пошли. Пошли. Так, давайте сразу сюда, а вы сразу, наверное, давайте отправляйтесь, пожалуйста, вот сюда. Так, пока они тут воюют, давайте сразу, наверное, или не сразу, сейчас посмотрим. Давайте, ребятки. Нам нужна победка. Атакера. Мы выиграли битвы, но если мы хотим вернуть себе контроль над этой территорией, нужно заслужить благодарность богов. Заслужим. Мы это заслужим, да, сделаем. Только нужно будет решить одну маленькую проблемку. Только провидец может указать нам дорогу. Да, маленькая проблемка в том, что... Сейчас я нажму на паузу. И покажу. К нам отсюда прибегают людишки. И отсюда к нам прибегают тоже людишки. И сжигают наше поселение. И что делать, как его быть, я, кажется, без понятия, I don't know. Здесь мы, конечно, можем построить с вами ворота и эту какую стенку обгородить, но она не помогает, они его сжигают сразу же. Так, сторожевая башня, что нужно? 5, ага.
Требуется поле для тренировки. Хорошо, давайте, наверное, тогда попробуем. Сейчас я паузу убирать не буду. Сразу распределим, где мы будем строиться с вами. Сделаем как? Удалить этот домик. Удалить, удалить. Все, давай дом. Даже без понятия, куда. Давайте тут. Так, домик раз. Два. Три. Четыре. Угу. Давайте сразу в колодец. Пять. Все. Дальше мы идем. Рыбацкая хижина. Наверное, сразу же да. Чем нет. Ставим ее сюда. Так, хижина лесорубов. Хижина лесорубов можно, я думаю, куда-то подальше вот сюда поставить вместе с этими... с искателями, так сказать. Так. Гильдия собирателей. Вот, и гильдию собирателей тоже мы поставим вот сюда. И... Где наша тренировочная... Да, тренировочный лагерь... Так, 25. Требуется хижина лесорубов. Ага, понял. Все, запускаем и смотрим, о чем я говорил. Так, давайте куда-то вот, вот сюда защищать. Сейчас у нас все построится. Сейчас все покажу, расскажу. Не знаю, если все получится сделать так, как я хочу. Значит, ролик будет. Если нет, то буду записывать следующий. Потому что реально меня здесь сжигали постоянно. Так, 5, 6. Все, хорошо. Давай еще дома. Дома сюда. Во. Дома сюда. Хотя ладно. Давайте дома сюда, чтобы красиво все было. Так, чуточку ускоримся. Чуточку ускоримся, чтобы лесорубы наши заработали. О, все, хорошо. Так, хижина лесорубов. Давай, рубай здесь. Здесь много всего. Так, раз, два. И нам сразу нужно строить тренировочный лагерь. 25 дерева, хорошо. Давайте ускоримся. Давайте ускоримся. А чего вам не хватает? Не хватает челиков. Хорошо, ага. Не, вроде все хватает. Или в чем проблемка? Почему показываешь, что не хватает людей? Или типа мы сильно далеко? А, это ты показываешь, что у тебя нету людей, понял. Так, хорошо, раз, два, три. Давай, собирать или собирай меня... Камень. Камень вот сюда. Нам нужно срочно построить эту штуку. Так. Колодец. Угу. Во, есть, хорошо. Домики не можем строить. Ладно, ждем, пока месь у нас накопится ресурсов. Так, и давай посмотрим с вами. Давай с вами посмотрим, что тут есть. Что тут есть у нас? Кто тут, что тут у нас есть? Давайте, добирайтесь. Пока мы добирайтесь. Так, появилась вражеская армия. Ага. Это нам пока не интересно. Хорошо, давайте разобьем пока вражескую армию. Давайте возьмем, сделаем так и пойдем разгромим вражескую армию, чтобы они к нам сюда не приходили. Сможем же это сделать? Или не можем? Так, давайте немножко ускоримся. Можем ускориться? Можем. Хорошо. Давайте смотреть. Давай.
Надеюсь, мы с ними справимся. На нас напали. Только не речь, что на нас напали в нашем доме. А не. Все, победили, да? Хорошо. Давайте теперь смотреть. Можем же посмотреть и активировать? Да, можем. Отлично, 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 отлично. Минус одна проблемка. Все, шикарно. Давай сюда, поднимайся только по-быстрому. И возвращаемся домой. Так, дерево, дерево у нас с вами нормально. Дерево хорошо. Так, мы можем обменять кое-какие товары на интересную байку. Давай. Существует место особой силы, сокрытое от глаз простых смертных. Нужно собрать лучших воинов и дать отпор врагам, чтобы встретиться на пути. А, что встретиться на пути? Неплохая байка, хорошая. Так, ладно, давайте вы возвращайтесь, зайчики, сюда. Мы смотрим, можем ли мы тут построить тренировочный. Да. Полигон мы можем сделать? Можем. Хорошо. Давайте стройте. Сразу, что мы делаем? Лодка. На всякий случай лодку. Что еще здесь есть? Требуется поле для тренировки. Сейчас будет. Да, сейчас мы немножечко ускорим. У нас все с вами будет. Все? Можем строить? Не? Так, воин с топором, воин с топором. Сколько мы можем построить? Два штуки. Куда их будем? Давайте вот сюда куда-то. О, а вот и набеги пошли. Вот пошли и набеги. Так, эта штука, что это? Производит сталь, хорошо. Давайте сталь мы тоже будем делать. Сталь мы будем делать где-то с вами вот тут. Обычная хижина, домик, домик, домик тоже. Раз. Знаю, некрасиво, не ровненько, но что поделаешь, вот такие времена. Так, и давайте, наверное, с нашими воинами сходим, посмотрим. Посмотрим, что тут есть. Так, а как сюда добраться? Ага, а мы сюда можем... А, на лодке можем добраться, понял, все, мы можем доплыть на лодке. Хорошо, давайте тогда посмотрим просто, что у нас находится тут. Может, тоже тут есть хижина разбойников? И надо будет посмотреть, можем ли мы тут ставить ворота. Если можем тут поставить ворота, это будет хорошо. Так что нужно исследовать всю нашу местность. Ну, месье бандиты, вы где? А вот и месье бандиты, да? Да. Давай, нападать. Атакира. Давай, ребятки. Ускоряемся. Ускоряемся, делаем атакиру. Все хорошо. Хорошо, отлично. Так, давай домой. Давай домой. Туда мы еще сходим, посмотрим. Я фиштю. Так. Есть. Так, дерево и эту штуку. Ага, тогда нужно хижина собирать или еще одна. Ага, ага, атакера. Видите, что я говорю, что к нам пришли. Так, кто вы? Копьеносец, щитоносец, лучник, копьеносец. Давайте копьеносцев посмотрим, закажем себе.
Так, вы, мои хорошие, охранять здесь. И давайте посмотрим, можем ли мы здесь с вами построить забор, чтобы избавиться от этих... В чем проблема? Требуется усадьба второго уровня. Ага, нам усадьба нужна второго уровня. Хорошо, понял. Понял, принял, понял. А чтобы улучшить усадьбу, что нам нужно? 10 камня. Угу. Ладно, давайте хижина собирателей. Так, хижина охотника сначала, а потом хижина собирателя. Так, хижина охотника, я думаю, в принципе, можно и... И тут где-то поставить, правильно? Чтобы ближе было. Че нам лишний раз куда-то бегать? Давайте хижину собирателей мы поставим где-то... Где-то вот тут. Так, давай, раз, два, три. И начинай охотиться. О, все, можем улучшить, хорошо. Так, ярла. Что такое ярла? Кто такой ярла? Дом. Дом это ярла или нет? Шоу. Да, это оно? Нет. А что такое ярла? Кто такие ярлы? Так, давайте смотреть. Дом, храм, зал, мельница, склад, лодка. Не знаю, кто такой ярла. Ладно, давай три. Собиратели, ты мне собирай, наверное, вот эту вот штуку. Так, хорошо. Можем ли мы колодец улучшить? Угу, не можем. Ладно. Так, опять начинается, да? Опять у нас начинается. Давай, ребятки, атакера. Начинайте атакера. Все, хорошо. Погоди, мы можем строить теперь здесь? Да, давайте попробуем сделать вот здесь. Раз и два. Хотя бы вот такую вот стеночку. Мало ли, может, к нам не смогут зайти. Давайте смотреть и... Ага, а здесь не достает. Да, чтобы стеночку ставить. Здесь не достает. Жалко, плохо. Ну ладно. Хорошо. Кто такая ярла? Кто такие ярлы? Кто такие ярлы, я без понятия. Так, что тут по поводу... Хижина лесорубов. Так, деревьев мало, хорошо. Так, шо, с кем вы тут воюете? С кем вы тут воюете? А, вот где я. Так, ребятули. Атакера, ребятули. Так, я знаю, что у нас мало воинов, но пока здесь мы ничего не сможем сделать. Так, что нам нужно? Нам нужно для шкуры, Так. Так, забор строится, да? Пока мне забор строится, хорошо. Нам для шкуры еще понадобится... Где же это? Вот. Крестьянский дом. Отлично. Нам нужно 35 дерева. Но пока дерево мы не сможем с вами добывать, так как у нас все расходуется на эти, как его, на забор. Все расходуется на забор. Так, еще одни. Отлично.
Можно б, конечно, лесорубов бы добавить, наверное, б. Но у нас нету, да? Не, есть возможность. Давайте куда-то вот сюда. Давайте куда-то вот сюда. Как говорится, такие, извиняюсь, что все в быстром режиме. Может быть, конечно, помедленнее хотите, но хочется не проиграть в этот раз. Так, давай, добывай лес вот тут. О, все. И давайте смотреть. Забор построили? Да, забор построили. А что они тут стоят? Тупят? Ага, вот, сжигать будете, да? Хорошо. Так, давайте их встретим, пойдем. Вот сюда. Ля-ля-ля-ля, пристали. Ля, пристали. Так, Атакира. Хорошо, потихонечку живем, кажется, потихонечку справляемся. Эти пусть там воюют. Нам нужен крестьянский домик. Можно мне, пожалуйста? Или нельзя? 35 дерева. Хорошо, давайте 35 дерева. А, у нас еды мало. Понял, еды мало и всего мало. Окейюшки. Нам нужна еда. 5 камня, 15, понял. Ну да, надо не забывать про еду. Надо не забывать про еду. Ну что, разломали? Давай, атакера, ребят. Все. Давайте, наверное, одни тут стойте здесь. Охраняйте, а вы пошлите вот сюда. Так, и давайте смотреть рыбацкая хижина. Давай-ка раз, и давай-ка два. Еда нам понадобится по-любому. По-любому пригодится. Ну, в принципе, неплохо, не поверите, до этого пробовал снимать, и не получалось. Что у нас с людишками? 10 есть, хорошо. Раз-два. Пока мне, я думаю, не нужно. Так, все, с едой у нас все хорошо. Отлично. Так, кто там кричит? Кто там кричит? Все, с едой вроде разобрались. Давайте разбираться дальше. Что такое? Что это такое? Башня врагов. Требуется усадьба. А, усадьба. Вот эта вот штука мне нужна третьего уровня. Что мне нужно? 20 камня, правильно понимаю? А 20 камня у нас на что уходит? На что мы употребляем? Где наш камень? Где наш зайчик камень? Так, хижина собирателей, да? Хорошо. Ну вот, камень. Правильно? Правильно. Или сильно далеко? Ладно, давай на камень сюда поставим тебя. Может, тут тебе ближе будет? Может, тебе тут ближе будет? Так, давай еще одни. Одни. Давай сюда. Так, ну, вроде ускорение пошло. Вроде 20 камня нам добыть не будет сильно тяжело. Правильно я понимаю, да? Или не? Или неправильно? Вы его добываете вообще? Или не добываете? Добываете. Отлично. Так, давайте вернем в обычную скорость. И давайте смотреть, что мы еще здесь можем с вами. Так, лодка-оружейник. Оружейник позволяет улучшать характеристики
Боевых юнитов. Ага, но это мы пока здесь не будем. Хижина знахаря. Вот хижину знахаря, наверное, я влеплю куда-то вот сюда. Да. Давайте дальше смотреть храм. Так, ну это 30 камней, это сильно много. Угу. Зал старейшин позволяет открыть уникальные способности поселения. Угу. Интересно, интересно. Но меня больше интересует улучшить до 3-го уровня и поставить везде эти, как его, старые стажеры. Староживые башни, да. Как говорится, я стример, проверяй. Так. Фу-фу-фу. Нельзя. Нельзя. Ну, атакира. Так, ребята, чё вы вечно... Вечно как-то далеко, везде. Так, что я хотел? Я что-то хотел. А, улучшить. Да, улучшить. 20. 20 камней. Из 14. Хорошо. Есть. Еды у нас хватает? Да, еды у нас поза глаза. Что по поводу колодца? Так, на нас нападают. Где наш колодец? Так, 3-й уровень, да? Ярла. Понял, тебе тоже 3-й уровень ярла нужно. Хорошо. Во. И еще один камушек. Погоди. Погоди. Вы чего? Ребят? Могу улучшить, да? Да, давайте улучшать. И давайте смотреть, сторожевые башни. Так, давайте попробуем впихнуть одну куда-то. Куда-то сюда, да? Посмотреть, будет ли оно защищать или нет. Потом одну куда-то вот. Вот сюда. Не знаю, будет ли оно полезным, либо бесполезным. А одну куда-то... Куда-то вот сюда. Все, давайте смотреть. Хорошо. Так, раз, два, три, четыре. Есть. Раз, два, три, четыре. Есть. И... Хоть бы понять, что оно типа нам дает. Так, появилась вражеская армия. Хорошо. Где? Окей, сейчас посмотрим как раз на сторожевую нашу башню. Ага, еще. Понял, и ничего. Ладно, ребят, поможем. Или не надо? А, все, не надо, вы справились. Ля, мои уж вы зайчики. Все, парни, отмена. Отмена. Ладно, давайте понаставляем этих башенок по всему периметру. Я ж не против. Давай еще одну сюда. Одну сюда. И одну сюда. Ну все. Говорится, все хорошо. Отлично, шикарно. Ладно, сейчас челиков побольше себе построить. Чтобы можно было туда нанимать. Раз, два. И три. Давайте еще один домик. И четыре. Все, отлично. Как говорится, отличненько. Хорошо пошло. Так, давайте смотреть. Так, кто ты у нас? Хижина лесорубов. Хорошо. Давай собирай лес вот тут. Так, пока мы улучшать не будем. Надеюсь, наверное. Так, давай сюда 4. Сюда тоже 4. Хотя не, придется улучшить.
Где еще? Вот ты где. 4 и все? Больше нигде не ставили? По-моему, больше нигде не ставили. Так, и у нас даже в запасе есть 4 человека. Так, а давайте смотреть, как они тут с ними справляются. Ага, раз стрела. И два стрела. И все. И хорошо. И хорошо, и отлично. Не знаю, воины с топором, наверное, мы с вами еще сделаем. Только пожите. Крица, пожите, пожите. Давайте посмотрим, что тут есть. Храм. Храм пока не можем. Камней нам не хватает, да? Хорошо, хорошо. Так, крестьянский дом. Да, давайте сюда. Почему бы и нет. Как пел король Ишот, Кузьма крестьянский сын наказан был. Кружка 2 и Кузя рад. А на баре наплевать, он и так богат. Так, давайте, наверное, на этом мы серию закончим. И в следующей продолжим строить. Потому что я вижу, уже полчасика прошло. В следующей продолжим строить. И пойдем как раз вот сюда и пойдем. Сядем на лодочку и поплывем вот сюда. Так что все, ребят, на этом, как говорится, серию заканчиваем. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем мур-мур и до потом. Пока-пока.